Здравствуйте, друзья! Рад вас приветствовать у себя на сайте, у себя на видеоблоге victan.info. И тема сегодняшнего моего видеовыпуска будет вопрос, заданный у меня на сайте. Этот же вопрос был задан у меня на ютубе, на моем канале ютубовском. Хотя я хоть там и говорил, что я не буду отвечать на те вопросы, которые задаются в ютубе, потому что я не имею возможности везде всем отвечать. Но именно эта тема меня поразила. Поразил тот ролик своей тупостью, которую там сделали, которую воплотили в жизнь. А именно, буду не сильно затягивать, посмотрите для начала сам ролик. Итак, давайте я прокомментирую сам ролик. Я точно не знаю, что послужило поводом для вот этой похоронной церемонии. Могу лишь только догадываться, что какой-то там градоначальник неправильно повел свою политику, народ возмущен и проводит, скажем так, некий обряд, который хотят показать, что в этом городе не будет никакого будущего и так далее и тому подобное. На самом деле, я не знаю, специально или по глупости, или по тупости был подсунут действительно идея о проведении данного магического обряда, ритуала большой частью народа. В чем заключается сила? Сила заключается в том, что чем больше будет народу участвовать, тем больше будет выброс энергетики. Чем больше будет выброс энергетики, тем сильнее будет, естественно, сам обряд, ритуал и все остальное. Я уже говорил в своих видео, что местом силы можно считать то место, которое, допустим, раз в году большим количеством людей массово проводился какой-либо обряд. Это уже может быть местом силы. То же самое является церкви, наполненные места. То есть это место силы большим количеством народа. Здесь мы увидели в ролике, что большое количество народа проводит похоронную церемонию, задействованы там менты, полицейские, задействованы люди, видеокамеры, автобусы и так далее и тому подобное. Потом, внимание, они приходят такие на кладбище и хоронят. Вы видели, что они похоронили? Они похоронили будущее. Будущее наше, это наши дети, это проведение определенного обряда. Люди сами запихнули себя в черно-магические обряды,
подключились к некритической привязке, сделали самопорченный обряд по глупости, по тупости, по незнайству, по совету, это уже не важно. Важно то, что они, внимание, по доброй воле сделали самопорчу, но не только себе, но своим детям. Я более чем уверен, что такие, как им кажется, шутки, приколы или действия, это все ерунда, а я уверен, что они, эти действия, еще проявятся в виде каких-то несчастных случаев с их семьями. Рано или поздно это будет. И вы видите, сделали это не маги, не колдуны, не правительство. Да, поводом послужило где-то там, да, включили там правительство, политика и так далее и тому подобное, потом подсказка или там идея какого-то дебила. А может быть, не дебила, а может быть, это умышленно было сделано. Но это называется самопорченный обряд. Поэтому в данном видео я отвечаю на поставленный вопрос. Я просто сейчас сижу в машине, и при себе нету этого видео, не могу прочитать этот вопрос. Но вопрос, скриншот вопроса и ролик будет предоставлен в видеоматериале. Вам хочу пожелать пользоваться именно самым ценным, то, что дал вам Творец, а это мозг, интеллект. Вы знаете, есть такой анекдот, когда хирурга спрашивают, говорит, чего нет в человеческом организме? Он говорит, в человеческом организме нет интеллекта. А как? Вы же делаете вскрытие, вернее, патологоанатома, вот, спрашивают. Говорит, в человеческом организме нет интеллекта. В теле нет интеллекта. Он говорит, как, вы же делаете вскрытие, там же есть мозг. Он говорит, мозг есть, интеллекта нет. Так вот, интеллект мы должны сами развить. Пользуйтесь той штукой, той серой жидкостью, массой, вернее, не жидкостью, а массой, которую дал нам Творец. И этим мы отличаемся от животных. Это самое главное, большое наше преимущество. Всего вам доброго, с вами был Виктан. Ты еще не подписался на мои видео? Напрасно! Дальше будет интереснее!